Всем привет, комрады! Вот хочу всем показать, как я закрепил две двухлитровые баклажки с водой на велосипеде. Искал я, пытался вот в эти кормушки рассовать, тоже на раму подвесить, но что-то никак не получалось. Поэтому кормушки кормушками, а бутылки отдельно бутылками. Показываю, вот они держатся, две штуки, как яйца, прости господи, вот. Хрен их свернешь куда, только вот, ой, блин, вместе с велосипедом. Вот, показываю, как это все сделано. Значит, каждая бутылка положена в рыбацкую сетку кормушку, которую я купил на Озоне, там, я не знаю, за 300 рублей шли каждую. Дальше. Вот вокруг шеи велосипеда проделана, пропущена такая вот веревочка черненькая. Вот. Просто круговая, и все она. А каждая бутылка вот этим крючочком, купленным в метизах, цепляется за эту веревку. Здесь эта бутылка. Да, этот крючок этой стороной тоже тут держится за всю эту конструкцию. Здесь к раме, вот к этой трубе, притягивается вот этой веревкой, пропущенной через всю сеточку. Вот. Таким образом, каждая бутылка висит на раме, никуда не девается. Плюс еще дополнительная стропа у меня где-то. Вот, по-моему, от этих кайлеровских бочонков. Вот, да, я ее использовал, чтобы вот охватить обе бутылки и под рамой. Все, теперь мертво, никуда не девается, целых 4 литра. Ну, можно и сюда еще подвесить маленькую, и сюда еще повесить. И вот здесь у меня висит пол-литровая. Опять же, на самодельных хомутиках. Сейчас покажу, как вот эти бутылки оформлены. Так, итак, бутылка отдельно. Значит, бутылка с водой засовывается в эту вот рыбацкую сетку, которая кормушка. Вот так вот она таким вот. Но это тут не обязательно. Потом горлышко бутылки обвязывается веревочкой. У меня вот такие трикотажные нарезанные веревочки небольшие. Вот. Крючок в метизах купленный. Вот. И этим крючком, значит, мы за ту веревку на рулевом стакане подвешиваем. Здесь вот снизу через всю сетку пропущена еще вот одна веревочка. И этой веревочкой все притягивается к раме. Вот и весь сказ. Все очень надежно, практично, неубиваемо, дешево. Я уже ездил с этим хозяйством. Все оно держится, никуда не девается, ноги не задевают ни обо что. Короче, все прекрасно. Не сильно далеко я ездил, но так более-менее. На поход выходного дня вполне себе хватит. Не знаю, как дальше. Более длинные маршруты я не ездил. Все. Всем спасибо. Всем пока.